Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Плеймарк, Дэн, Кирилл Геймер, Итучка, Гусанёк, Гафака, Зебра, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Салам алейкум, братья. Всем привет. Ребята, смотрите, какую я нашел офигенную карту. Здесь глубина приблизительно метров 200, но это очень глубоко. И мы будем скидывать друг друга туда на тачках. Пацаны, желаю всем удачи и, конечно, чтоб я выиграл. Скидывай. Блин, ну ты понимаешь, ты портишь тут всю картину. Давай. Есть, отлично, двоих сразу. Блин, красиво вильнул. Слышь, ты молодец. А это Дэн на черном джипе. Ай-яй-яй, блин, вот это у нас дерби возле этой черной очки, черной дыры. Ну, давай. Так, а что давай? Вы сейчас меня так и скинете, да? Ну да, а ты как? Давай, Гусанёк, помогай, пожалуйста. Во, отлично, молодец. Видите, Гусанёк все-таки за мою сторону играет, поэтому я не буду его скидывать сразу. С чего ты? Да что ты ко мне заладил? Гусанёчек, помоги мне, они меня хотят скинуть. Пацаны, тут же топливо кончается, понимаете, это вечно не будет так длиться. Нормально, конечно. Так, что-то никто не падает в яму, пацаны. Смотрите, что мы... Стоп. Ты вот это потише. Так, заходим в утилиты. И меняем гравитацию. Ой. Это как-то... Ой. Пацаны, ну немножко гравитация изменилась. Ничего страшного. Ну это уже да. Это уже нормально, да? Смотрите, теперь я могу ехать просто гусанька как увалить, он будет сальтухи крутить. Вот, отлично. Я его зафиксировал. Блин, я тоже как неваляшка. Ребята, теперь стало намного веселее. И резко гравитация больше меняется. Это еще, это хуже вообще. Мы не скинемся так никогда. Ой, вот это подвеска была. Ой, пацаны, а что? А куда ты? Да куда ты едешь? Ну не едь туда, пацаны. Смотрите, какой красивый. Крутил, да, вертушки красиво перед смертью. Молодец, а говорил, я плохо вертушки кручу. Ого, смотрите. Блин, ну это прикольно так выживать. Тихо, успокойся. Красножопий человек, отвали от меня. Нет. Ты улетел вниз? Что ж ты сделал? Нет, я еще не улетел. Да спокойно, Гусанёк, мы с тобой друзья. Сальтухи. О. Так, ну что, давайте что-то уже скидывать, пацаны, ну Гусанёк, ну корову, что ж, что ты делаешь? Я видел, что ты едешь, я заранее немножко отъезжал. Вы чисто с шифтом газуете и вы поднимаетесь. Ну успокойтесь, ну пацаны. Так, тихо, все. Да блин, не успели. Что ты делаешь? Так 45 всего-навсего сделал. Ну всего-то, да. Так, оп, есть. Так, эта гравитация даже не лунная, я даже не знаю. Дэн. Давай, Дэн, пожалуйста, ну скинь его. Ого, малейшее движение вызывает сразу такой раскач. Ого, ты на задних колесах нормально дрифтуешь. Чего ты там? Вот это все замедлилось, как в замедлении играю. Я от вас подальше, я боюсь. Не, пацаны, я знаю, что вы меня можете перебороть, поэтому надо быть очень внимательным. Я лучше на вас посмотрю со стороны. Ну что, пацаны, кто меня скинет? Давай. Дэн, вот такой ты предатель. Я сразу понял, что с тобой лучше не дружить. Вы что гоните? Зачем вы это делаете? Ну Гусанёк! Видите, я с ними дружил со всей силы. Па! Кого там? Вот эта глубина здесь была. Блин, ну вот так вот. Хорошо, пацаны. Я знаю, что на вас можно положиться. Нет! Все, я улетел, блин. Ну, пацаны, ну гравитация, видите, как резко может просто подскочить? Это сейчас будет экспериментальный случай. Это он сейчас будет менять, чтобы мы упали в пропасть, если мы едем возле нее. А как ты догадался? Просто. Ну сейчас иду. А что ты не едешь сюда? Не хочу. Ну едь, пожалуйста, Гусанёк. Еду, я тебя прошу. Вот еду. Есть, молодец. Нормально? Ола. Нет? Да ладно, повезло. Не тренируюсь, пацаны. Да ты, Гусанёк, подлетел, конечно, вверх. Оба.
А в гараже куда? Блин, ну красиво, красиво. О, стой, 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 стой. Блин, я его перевернул. Я ему помог. Ё-моё, вы чё чудите? Блин, вы должны уже были проиграть, что за фигня? Не. Да. Оба. А вот теперь, вот теперь. Нет, нет. Так, регулируем их падение. Нет, нет, нет. Красиво. Красиво, красиво. И резко вниз, смотрите. Пошел отсюда, щенок. Красиво, ребята. Ну что, первый попался на мою ловушку. Осталось двое. Интересно, кто же из них будет победитель? Конченый. А вот еще один шкарагло. Эй, все, проиграл. Все, проиграл. Двое осталось. А там оказывается, блин. Ну вот так вот, да. Так, ты на зеле застрял. Гусунек, если не сможешь сейчас двигаться, то ты выиграл. Да, так, нет, он может двигаться еще. А, Гусунек, ты хочешь сделать, чтобы он вообще не двигался? Где все, там? Полминуты пошло. Если за полминуты он не выезжает, ты выиграл, Гусунек. А там, короче, эта штука открывается. Я когда там стоял, она открылась, и я упал. Все, а, ну практически я победил. Давай. Попробуй даже ее удалить, не знаю. Она вообще удаляется. Ой. Она удаляется, кстати. Удалять? Нет, да, не удаляется. Все, это давай. Ха-ха-ха! Это фаталики было! Ого, здесь такая же глубина, как и там. Все, Гусанек, победитель! Ты просто молодец! Красавчик! В пропасть. Ну чё, Гусанек, где твои гуси? А, вижу, гуси есть. Никто, да, не хочет падать. Гравитация 1000 стоит. Это выше, чем обычно. На половину выше практически. Ну, давай, давай, покажи, как надо скидывать. А я несу, смотрите, я даже могу вот так встать. Кто мне скинет, давайте. Ну, ты сейчас скинешься. Нет? Ой, блин, я думал, вы его подпишете. Ну, давай, 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 несы. Ну, Санек, ты вот такой, да, друг? Я понял. Так кто меня под, там подкрутил? Смотри, смотри, что делать. Хорошо, что я успел назад сдать. Блин, повезло. Это реально везение. Хорошо, что права немножко не купленные. Да, кого ты там? Вот это здесь бойня у нас завязывается. Ой, ой, гравитация, ой, изменилась резко, пацаны. Уходим, уходим от дыры быстрее. Никто не хочет, да, падать? Пацаны, но я сейчас буду сильно радикальные меры принимать, понимаете? Зачем? А вот так. Тебе вот. Это надо? Тебе это да, надо? Да. А нам не надо, знаешь? Так, ладно. Смотрите, как я могу рисковать. Кто так умеет? А? Кто? Попробуй. Ты думаешь, не выкину? Ты думаешь, не выкину, да? Нет. Хорошо. Уверен на 100%. Так, а вы все против меня? Давайте, я даже согласен. Все против меня. Вот это будет сейчас интересный раунд у нас. Смотрите, просто. Ну, на везение, видишь? Ну, каждый так может. Но вы не можете. Что-то вы слабы, если вы играете как в команде, ну не... Сейчас один улетел вниз! Пацаны, помогайте! Помогите ему, пожалуйста, кто-то! Ну, Санек, молодец! Своего же скинул, видите, вы на команде были. Вот такой предатель, надо быть внимательным. Я реально хотел его вытащить, не знал, что... Да, да, я знаю, что ты предатель. Да, пацаны, я думал, вы лучше будете играть. Что там, Гусеева? А вот теперь, Гусанечек, пора тебе уехать. Еще! Блин, ребята, еще один улетел. Это было эпично, это было очень круто. Так, ну что, все меньше и меньше противников остается. Это означает, что я близок к победе. Нормально, сейчас чисто разъехались. Щенки! Ты что, будешь со мной бодаться? У меня мощи больше, смотри. А мне как-то пофиг. Да что вы делаете? Это ты, тучка, на той говне, да, катаешься? А это я не говно. Угу, фура моща. Вот фура может меня скинуть, надо валить от фуры. Что ты мне можешь предложить, вот скажи. Ой-ой-ой-ой-ой, надо валить. На моей стороне скорость. Фура меня не может догнать. Ну давай, давай, гусанеочек. Слышь, да? Я вижу, как ты боишься, чтоб я тебя скинул. А я могу. Иди сюда, жертва. Ну так я не боюсь тебя как бы. А, не боишься? Ну давай, если ты вот так, как я, станешь возле краешка, задри.
Смотри, опа. Ну, скинуй того. Я думал, кто-то все-таки кого-то скинет. Да не скинет еще. Не скинет, да? Ну, давай, 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 на фуре. Ха-ха, блин, как же ты не упал. Я так хотел, чтобы ты упал вниз. Санечек, ну не умеешь ездить на машине, так и скажи. Ну тяжело тебе, да, я вижу. Хорош. Хорош, 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 хорош! Ура! Да я поддался ему специально. Да, блин. Расскажи. Я буду лететь до самого низа, я не боюсь. Так, а если Димас упал, значит сейчас будут это эксперименты с гравитацией снова. Да, пацаны, ждите, сейчас будет жестко. Так, осталось двое, да? Трое, четверо. А что ты делаешь? Тебе нормально? Потому что есть одна проблема большая. Во, во, смотри, смотри. Ну, шо? Скидывай. А что это все, происходит? Все, все, он... Все, он сдался? Сдался. Дэн, а что ты? У меня машина заглохла. Хай сами выиграл. А, ты хочешь уже все? Ну, ладно. У меня тачка так. Заглохла, все. А, у тебя машина заглохла? Да. Все. Тоже слился. Получается, у тебя кончилось топливо. Тогда в утиль тебя. Да, у того машины заглохли. Ну блин. Так, теперь вас осталось двое. Гусенек, сколько у тебя топлива? А я не знаю, как посмотреть. А там внизу полоска есть. Ну нормально, какой покрытие. Пытайся своими гусями. Да ты задрал, ты не крутись, это не было запланировано. Давай, 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 я смогу. Да ты жопа морская. Ты задрал, крутоносец. Да блин, я ничего не вижу, выровняй уже гравитацию, спасибо, блин. Все. А, все, капец. Ну все, Гусенек. А, блин, да что ж такое? Он тоже не может перевернуться, опа. Шанс тебе дали. Да блин, отвертелся, ну ладно, повезло. Ну летел красиво, да, в дырку? Да. Он там барахтается. А что случилось? Что у тебя с машиной? У тебя колеса устали или что? Машина сама устала. Пацаны. А это энергетик выпила. Все, я начинаю кидать гранаты. О, нет. Последний раунд. Кто должен выжить? Будем сейчас кидать, пацаны, гранаты. Прям в них бросайте. Да я уже знаю, кто выживет. Так а что ты стоишь на месте? Ехать надо. Потому что у меня топливо кончилось, Кирилл. А, вот с этого надо было и начинать! Я так люблю, когда Гусенек проигрывает. Ну, скажи, что не понравилось тебе в этот раз? Ну, это, да, Кирилл как всегда читер. А гравитация понравилась тебе? Кирилл Геймер, победитель этого ролика, ты молодец. Твоя старушка показала, как надо. Если понравилась эта серия, выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. До самого пока, низа бомба летит, самая мощная. Я ее ловлю. О, пока! Все. Ой, папа. Ух ты! Все, всем пока. Я прям в огонь лечу этот.